Итак, всем привет, меня зовут Виталий Ширяев, я начинающий блогер, сегодня мой первый выпуск, и он будет посвящен тому, что без чего не может обойтись вообще любой блогер, это покупка камеры. Причем не просто покупка камеры, но и оформление кредита. То есть мы посмотрим, проверим, насколько это вообще целесообразно брать кредит. То есть я постараюсь за несколько выпусков вам рассказать о том, насколько быстро отобьется эта камера. То есть мы ее покупаем в кредит. Кредит беспроцентный на 6 месяцев. И за сколько у меня, сколько будет съемок за 6 месяцев. Мы проверим, за сколько она вообще отобьется. Так что пойдем покупать камеру Sony Alpha 6300 в авиапарке у официалов. Спасибо, что пропустили. Конечно. Ты так и обрадовался, когда тебя пропустили на пешеходном переходе. Я всегда радуюсь, что люди воспитанные становятся от года к году. В общем, посмотрим, что за камера. Очень много про нее смотрел, читал. Говорят, классная. Все у нее система стабилизации есть. Да, руки трясутся. Как сейчас вовы. У меня есть система стабилизации, поэтому незаметно, что вчера отдыхал. Заметно. Заметно? Короче, много про эту камеру смотрел, читал. Говорят, что у нее система стабилизации какая-то там невъебенная, типа как у Sony Alpha S2. Новая сейчас. Она стоит, правда, 220 тысяч без объектива, а эта стоит 105. Меня, конечно, хотели там немножечко подарками задарить за доп. Сумму, но мы отказались. В итоге они сделали хорошую скидку, почему я сюда и иду. Посмотрим. Сейчас будем допытывать продавца и будем допытывать кредитного менеджера, который нас будет кредитовать, а потом, если мы не заплатим вовремя, будет нас процентами загонять долги. Мы постараемся отбить, конечно, все эти суммы колоссальные. Всюду сумму в размере 105 тысяч рублей. Хотя, может, там побольше, может, 115, потому что мы еще будем флешку брать, потому что она пишет в каком-то там, блядь, в своем формате. И нужна специальная флешка, как бы везде. Специальные, блядь, переходник, специальная зарядка. Вот, нет, ничего не писать. Поэтому вперед, навстречу приключениям. Сегодня Денис Гусев раздает бесплатный протеин. Может, заглянем к нему перед покупкой камеры? Потому что покупка камеры может затянуться. Бедная девочка, ее папа заставляет. Тащить велосипед. Помогай. Папе или ей? Папе. Она помогает или мне? Он Sony Center. Поэтому мы сейчас туда попроще пойдем. А вот магазин «Витамин», где витаминки мы включаем Денис Гусев. Этого пиздюка мы ждали. Да? Да. Здорово. Ну чё? Я хочу зайти. Потом, ну ладно, пойдём, короче, что такое? Ребят, ты чё такой модный? Я просто модный. Здорово, лицо. Чё, пойдём?
короче, покупать. Денис, побольше подойдем, он у меня до 6, по-моему, здесь. Чего вы там? Да, вообще искал и на самом деле Sony Alpha первую, и вот зашел вдруг случайно я в салон Sony, и мне нахвалили, конечно, вот Sony Alpha 6300. Самая лучшая в мире камера, да? Ну, в мире нет, в мире лучше есть, конечно. Но за свои деньги. За свои деньги, да. Очень много видосов пересмотрел, и, конечно, все хвалят ее. Она будет моей. Когда-нибудь. Когда-нибудь, минуту. А долго оформлять? Нет. Девушка. Кто-нибудь любит запах новых вещей? Нет? Не любит никто. Вот такая вот, короче. В следующем выпуске будем снимать на нее. Интересная вещь. Видите? Сколько она стоит? Пойдем. Вот и цена. Причем эта цена, это же с объективом, да, цена? Есть? Да. Объективчик для нее такой, он средняковый, конечно, 3,5 на 5,6 диафрагма, но за глаза и за уши. И 16,50. То есть, если снимать, к примеру, там, общики, средний план, да и крупный можно, если ближе подойти вот так, например, то можно крупный план снять. Я буду так ходить снимать людей, крупный план можно? Не можем. Ладно, что, пойдем оформляться. Вот этот человек меня нахвалил эту камеру, поэтому я здесь где бы сегодня. Сэкономил мне евросрочку на сколько месяцев? На 6 месяцев без переплаты. На 6 месяцев без переплаты, и знаете где? Почта Банк. Слышали такое, не слышали? 115 тысяч, это получается камера с объективом, вот такой штатив, ну, для таких съемок, домашних съемок, для домашних видео, и флешка, а какая флешка? Флешка на 64, это такая, сверхбыстрая флешка, короче, вот такая ванна. 3 года гарантии. Это вот наверняка скажу, правильно? Да. 3 года гарантии. А гарантия еще раз поставила. А как вы вино доказали? Да никак. Очень лояльно. Моя вина не будет доказана никогда. Сейчас отвлечем от телефона. Там нет слышали. 50 копеек. А добью я эту сумму за сколько? 6 месяцев, да? За 6 месяцев добью, интересно. Там еще -2.5%. -2.5% скидка сумасшедшая. 2.5%, если оформляешь кредит. Похоже, кстати, нет? Ну да, это один форм-фактор. Будем снимать у нее всякую всячину интересную. Короче, будем ходить в рестораны, в кафе, гостиницы, магазины, будем снимать, кто где кого обманывает. Встречи разные будем организовывать, посиделки, кружки и так далее. Сейчас девушка занята слегка. Она сидит в WhatsApp и с кем-то переписывается. Убирай. Я улыбаюсь. Очень долго прибирались. То есть мне девушку снимать нельзя, а девушка меня фоткает на свой телефон. Рекламе. Исполняем анкету. Семейное положение, где живу,
настоящий блогер. Мы пошли покушать и ждали рассмотрения заявки, дадут кредит или не дадут. В общем, так как с девочкой у нас характер не сошелся, с консультантом, кредитом не дали. Ваша заявка на кредит не одобрена. С уважением, Почта Банк. Не очень-то и хотелось. Почта Банк. Вот знаете, что одно слово почта чего стоит? Все пропало. Поэтому коротаем время, пока нам должны одобрить второй кредит. Ренессанс Банк. Ренессанс Банк? Да. Уже плакать? Нет, пока еще рано. Сейчас можем плакать? Тебе 30 есть? Да. Можно. Короче, блядь, в кредите отказали дважды. Дважды, сука, отказали. Первый раз отказали, потому что... Я скажу так, отказали из-за непрофессиональных действий сотрудницы банка. Что, куда идем? Дальше. Мы идем, говорим? Не-не-не, у тебя просто нет денег, так признайся. Да. Хватило денег на кредит. А то сейчас начинают на всех свалить. Ой, короче, а второй банк тоже, короче, отказал. Наверное, потому что первый отказал. В общем, ничего страшного, мы снимем еще видосы. Как мы просто идем и за кэш берем. Этот фотоаппарат без кредитов. В мешочках запасую, короче, как золотые монеты, знаешь, бархатные такие. Надену, короче, соболя и папаху тоже с этими, с рубинами, блядь, и буду... И тогда я скажу, я тебя не знаю. Почему? Это машина уже битый час, мне кажется. Чего час? Час, ну час 40. В общем, короче... Пизду кредиты, вот что я тут подумал. Меньше обязательств, меньше всяких гемора, меньше звонков от коллекторов. От коллекторов меньше звонков. Из промо-акции. Вот у нас разрешение на проведение есть. Авиапарк. Разрешение на проведение промо-мероприятия. Группа из 5 барабанщиц. Осталась только одна. Барабаном. Какие? Я без барабана на кухне. А сзади у тебя вот барабан. Барабан. Собираются у входа в Ашан на первом этаже. Короче, ладно. Заканчивать надо наш блог. Спасибо. Кто там смотрит, кто не смотрит, тоже спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. И самое главное... Я на мой рот советую другое. Не подписываться и... Полной. И, короче, подписывайтесь на меня, я круче. И, короче, говорите, что посетить, какие места, посмотреть, какой город, какой ресторан, место, магазин, не знаю, все что угодно. Обязательно там побываем, посмотрим, до кого не доебемся, а может нет, может просто подружимся. Такое же тоже возможно, я же не говно какое-нибудь. Короче, всем пока.